Всем привет! Солнышко светит, не знаю, видно, не видно. Хочу сегодня поделиться своим опытом, как я утопил свой дрон. Это был DJI Mini 2. Я хотел снять красивые кадры над каналом и вылетел от сосен, от тех вот, и летел вдоль канала, но меня понесло вправо. И вот видите, на углу молодое дерево. Я зацепился за верхнюю веточку, и он упал прямо у меня в воду, в камыши. Вот. Погрузился в воду и продолжал, главное, снимать. Спасибо рыбаку, который там вот сидел. Он его где-то через минуту вытащил. Я от того места где-то, ну не знаю, где-то за 5 минут сюда доехал. Забрал дрон, вытащил батарейку и понесся домой проводить реанимацию. Сейчас покажу, как это все было. Вот здесь видите, с такого красивого места я начал свой полет. Изначально все было вроде хорошо, я хотел вылететь на середину, но меня сразу же потянуло в правую сторону. Наверное, все-таки у меня мало опыта и плохо я ориентируюсь в пространстве. И дальше лечу, лечу, и видите, опять начала в правую сторону тянуть. И вот оно дерево, повернул я квадрокоптер, думая, что он у меня полетит в другую сторону. Но нет, он зацепился за веточку и полетел. И вот это я уже снимаю в водичке. Спасибо рыбаку, который рядом сидел. Он, наверное, я посчитал где-то полминуты, и он подошел к квадрику. Его, видите, достал с воды. И вот лицо спасателя моего квадрика. Спасибо ему большое, конечно. Вот, и он, видите, его еще вытащил. Все, съемка шла, он его потрусил. И вот после только этого съемка прекратилась. Ну, естественно, я вот там через 5 минут уже подъехал. И побежал его реанимировать. Так вот, ребят. Немного, коротко вернее, расскажу о своем опыте уже утопления этого моего героя. Не прошло, видите, и полгода, я его уже и разбил, и утопил. Так что, смотрите, приехал я домой быстренько, разобрал его, взял фен для сушки волос, его весь продул, высушил. Затем взял спирт, протер все контакты, все платы, я его весь протер спиртом. Вот. Были окисления в тех местах, в которых я паял. Мое предыдущее видео посмотрите, когда я разбил квадрик, я там паял. И вот в эти места были следы закисления. Но я почистил, протер спиртом, вроде все хорошо. Затем я его положил, ну вернее в разобранном виде, положил на батарею, на часов, наверное, 5 я до вечера положил. Он у меня пролежал, вечером я его собрал, и произошло чудо. Он у меня взлетел, я на следующие там дни, последующие, его протестировал на высоту, на дальность полета. Все было хорошо, никаких сбоев не было. Так что... Смотрите, будьте осторожны при полетах. Желаю вам всем прекрасных полетов, хороших снимков, видеороликов. Желаю всем здоровья и счастья. Все, всем пока.